Как и в чем варили каши бабушки и прабабушки, какую форму носили солдаты, какие народы и обычаи существуют на башкирской земле. Ответы на эти и другие вопросы все знаки дошколята могут найти в музее 41-го детского сада. Нам нравится посещать наш музей. Тут старинная утварь, картины, военная форма, юрта башкирская. Костюмы. Некоторые малыши могут и сами рассказать об экспонатах. Ведь пока вещи не стали музейными принадлежностями, они бережно хранились дома у родителей и сотрудников садика, как часть семейной истории. Эту шкатулку делал мой дедуля Дима. Он живет в Куяново. Он вырезал это своими руками. Все делал, пришивал. Там все. Мне как родителю, как маме, очень удобно, так как дети, не выходя за пределы детского сада, могут прийти, посмотреть и познакомиться с историей Башкортостана и с раннего возраста узнать культуру и традиции нашего народа. В музее не услышишь привычных фраз «руками не трогать», ведь малышам интересно не только визуальное, но и тактильное восприятие. А в ходе экскурсии дети узнают, какая большая и многоликая республика. Экспонаты собраны практически со всех уголков региона. Здесь очень много экспонатов. Привезли из Дюртюлинского района, Чекмагушевского района, Белебеевского района, также с Буздякской, Бураевской. Вот где у нас родители живут, их воспитатели, все оттуда привозят свои экспонаты. Главной задачей нашего музея – это чтобы у детей привить любовь к родному краю, воспитать нравственно-патриотические чувства, семейное воспитание также мы преследуем. Кроме этого, дети узнают и историю образования родного города, о его достопримечательностях. Также большое внимание уделяется истории Великой Отечественной войны, чтобы малыши не забывали о подвигах и героизме дедов и прадедов. Марина Медвинская, Никита Кабанов. Информационная программа «Ежедневник».